Всем привет, меня зовут Семен. Сегодня я расскажу, как проект изменил мою жизнь. Года 3-4 назад я был настоящим хулиганом. Я плохо себя вел, безобразная учеба у меня была. Да и вообще, я не воспринимал никого всерьез. Я вот из-за этого, думаю, попал в детский дом. Там я бросил свои вредные привычки и начал заниматься спортом. Думаю, из меня получится хороший спасатель. Я об этом задумался совсем недавно, примерно после велопробега. Я увидел, как хорошо помогать другим людям, и спасать их. Я подумал, вот это профессия подходящая. Ты спасаешь человека, тебе вот от этого становится лучше и хорошо. Ему тоже. Мне нравится больше бороться с огнем, так как он очень опасный, и непредсказуемый. Буду стараться хорошо учиться, окончить институт МЧС и пойти уже работать на такую специальность, как спасатель. Друзей у меня не так уж и много. Друга так просто не найдешь, его надо искать в трудных жизненных ситуациях, чтобы смотреть на то, как он отреагирует, как он посмотрит, где поможет, чем поможет. Я очень часто думаю над тем, что такое хорошо, а что такое плохо. Красить мир, делать его добрее, помогать им, показывать то, что я хороший, и другие люди тоже не хуже меня. Это очень хорошо. Я буду делать все, чтобы мои дети росли воспитанные, добрые и отзывчивые. Я буду давать им все, в чем они будут нуждаться, и помогать им во всем. Я хочу себе сына и дочку, и хорошую, достойную жену. Моя девушка должна стать хорошей, любящей матерью для моих детей. В самом велопробеге мне изначально понравилось общение с ребятами. Я там нашел самого лучшего друга, но так как этот велопробег очень короткий, нам вскоре пришлось с ним расставаться. Мы до сих пор поддерживаем связь и общаемся, и встречаемся тоже очень часто. Я думаю, что этот проект должен еще больше разрастись, чтобы он стал намного больше и грандиознее, чтобы была возможность не только у этих ребят поучаствовать в нем, но и для других детей, чтобы они тоже попробовали себя. При поддержке компании «Красцветмет».